чаю вам воду. Здравствуйте, школа номер 16, Тарнавская 16А. У нас учебная тренировка. Внимание, пожарная опасность. Просьба работников и посетителям покинуть помещение согласно плану эвакуации. Да, у нас постоянно тренировки происходят каждый день, в течение месяца, выходных нет, тренируемся. У нас совершенно разные задачи с Человеком-пауком. У нас немножко другие. Человек-паук под водой не может выполнять какие-то задания, мы можем. Сегодня мы проводим не учение, это тренировка в рамках Дня защиты детей. Я думаю, что если это дело проводить на время, то вполне в норматив все укладывается.